Всем привет! Если вы интересуетесь защищенными смартфонами, то это видео будет для вас и полезным, и интересным, так как недавно компания BlackView в рамках своего суббренда Ascal презентовала новый защищенный смартфон S80. Среди его особенностей не только повышенная выживаемость, но и аккумулятор огромной емкости, возможность расширения памяти и поддержка бесконтактной оплаты покупок. Скоро его можно будет приобрести с большой скидкой и бесплатной доставкой. Анонс состоится 13 числа, то есть завтра. Ascal S80 выполнен в прочном корпусе усиленными углами, что позволяет ему выдерживать удары и падения. Кроме того, аппарат полностью пыли и водонепроницаемый. Набор защиты традиционен: IP68, IP69K и MIL-STD810K. Так что даже если уронить ее в воду или в грязь, устройство продолжит работать. Стоит также отметить наличие сзади крепления под ремешок. Дизайн новинки старается заинтриговать блоком тройной камеры, боковым сканером отпечатка пальцев и яркими расцветками. Однако полностью отвлечь от огромных размеров аппарат подобное сочетание положительных аспектов экстерьера вряд ли способно. Основные 12, 8 и 2 мегапиксельные фотомодуля – не идеальный набор для фотографа, хотя, признаться честно, фотографы такие смартфоны и не покупают. Отсутствует оптическая стабилизация. Дневная фотография получается более детализированной, шумов также значительно меньше, а вот видеоролики посредственные при любых условиях освещения. Смартфон оснащается 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 на 1080 пикселей и достойным для технологии запасом яркости. При прямых солнечных лучах часть выводимого контента остается видимой. Повышения же частоты обновления нет. В верхней его части находится небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку включения на боковой грани. Выбор технических характеристик разумен для среднего ценового сегмента. CPU MediaTek Helio G85. Это не новый, но все еще актуальный и сбалансированный чипсет вместе с 6 ГБ ОЗУ и графическим ускорителем Mali G52 MS2. Предоставляющий относительно неплохой уровень игровых возможностей. Нетребовательные проекты наподобие Call of Duty, PUBG, Stealth Range и другие не будут подлагивать даже при высоких пресетах графики. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ с возможностью установки флешки объемом 1 ТБ, что очень круто, скажу я вам. За автономность смартфон отвечает аккумулятор емкостью 13000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью в 33 Вт. До 50% он зарядится примерно за 1 час. Поэтому задумываться о зарядке нужно только раз в 3-4 дня. В список конкурентных преимуществ можно внести еще и бесконтактные платежи NFC и Android 12. В целом же девайс понравится исключительно той категории людей, которые хочет прочный и функциональный фаблет и готова не обращать внимания на его громоздкость. Лично я предпочитаю смартфоны легче весом, но у меня друзья есть, у которых защищенные смартфоны есть, и они их не напрягают. Их с удобством можно носить на шнурке на шее или в сумке, например. В общем, кто любит и ценит такие устройства, тот точно найдет самый удобный вариант ношения и использования этих защищенных смартфонов. Премьера состоится 13 числа, то есть завтра. И будет она до 17 числа. В эти дни цена самая низкая и вкусная, так что имейте в виду. Ссылки есть в описании под видео. А также пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу этого устройства и его возможностей. А также подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного. Всем пока. Не забывайте, завтра премьера с 13 до 17 числа. Пока.